Всем привет! Стас Пьеха дал большое интервью. Певец не только рассказал о своей жизни, но и затронул тему, касающуюся его знаменитой бабушки, Эдиты Станиславовны. По его словам, после ухода со сцены артистка осталась у разбитого корыта. Напомним, 84-летняя Пьеха давно не появляется на телеэкранах. Стас объяснил, почему певица не сделала официальное заявление о завершении карьеры. Данный шаг, как отметил исполнитель, это коммерческая история. Ведь как только народ слышит, что та или иная звезда больше не выйдет на сцену, то начинает скупать билеты на последнее выступление, тем самым обогащая самого артиста. Однако Эдита Станиславовна не относилась к таким представителям шоу-бизнеса. Она никогда не умела зарабатывать деньги, признался Стас. Пьеха рассказал, что его бабушка не раз становилась жертвой мошенников. Кроме того, за всю свою карьеру Эдита Станиславовна не нажила имущества и не накопила денег. По словам певца, его знаменитая родственница всю себя отдавала любимому делу. Стас сожалеет о том, что артистка в итоге осталась ни с чем. Он уверен, если бы бабушка имела более волевой характер и жила в другой стране, то смогла бы стать очень богатой женщиной. Сейчас же у Эдиты Станиславовны остались только воспоминания, а также былое величие. Но данный путь выбрала сама артистка. К слову, она сама ни о чем не жалеет. Ранее стало известно о том, что из-за хандры певица перестала выходить из дома. Певец рассказал, что бабушка не очень хорошо ходит, поскольку ранее ей провели сложную операцию на коленях, потому что во время прогулки с собакой она сломала ноги. Она их не расходила, поэтому ей тяжело ходить. Но при этом мы созваниваемся, я приезжал в гости пару раз. По словам Стаса, певица живет сейчас в деревне под Петербургом вместе со своими подругами. При этом с одной из них Пьеха поддерживает отношения более 50 лет. А у нас на этом все. Всем пока!